Всем добрый день, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. Я сходила в магазин, сейчас покажу, что купила. У нас сегодня времени мало, нам на очень много работы мне сделать, поэтому купила почти все готовые продукты, которые быстренько сделаешь, и дети могут наесться. Потому что сейчас у нас через неделю уже приедут окна, и нам надо быстро все подготовить. Сейчас покажу, что купила. Так, первое, взяла две газировки детям, чтобы пили, потому что жарко на улице, водичку пью, да вот иногда беру газировку, но вот сегодня взяла. Потом две булки белого, дальше взяла разный сыр, извиняюсь, просто что-то бежала, аж запыхалась вся. Голландский по 75, еще один голландский по 99, и вот такой вот первый раз взяла. Тильзитер 45%, 2 кусочка по 99 за каждый. Дальше потом взяла купаты куриные, чтобы можно было с гарниром по-быстрому сделать. Суп там у нас еще есть. Поэтому так вот. Дальше взяла блинчики с творогом. Ребятишки пожарят, поедят. Не, с мясом я не буду брать. С мясом я сама сделаю. Это безвредно будет. Я не знаю, какое там мясо положили, поэтому нет. С творогом в целом взяла. Дальше взяла вот такие вот пряники немножко. Дальше взяла пирог капустный. Сейчас им на перекус. И папе на работу два растягая. И 3 литра молока. Вот такие вот в целом у меня покупки. Сейчас быстренько пью кофе и иду в пристрой. Ребята, первые наши ягодки. Мало, правда, но деткам попробовать хватит. Вот такая вот у нас своя клубничка. Да, сейчас, сыночка, мама ягодки даст. Сейчас травку уберем и дадим ребятишкам по ягодке. Кто уже пробовал свою домашнюю ягодку, клубничку? У нас, правда, мало, но первый год уже дает ягоды. Хорошо. До этого у нас очень много замерзло, да, клубники. Сколько мы ее не пытались садить, она у нас замерзает, вымерзает за зиму. Ну вот, нынче тьфу-тьфу-тьфу, вроде нормально все, поэтому будем радоваться. Видите, что они делают? Купаются опять. Теперь у них занятие одно, это купаться. Что, работает, что ли? Ага. Невероятно. А, упало что-то белое. В стирку, значит, их брошу. Куда-то! В стирку я сейчас унесу их, брошу. Давай сюда. Они уже постираны. Постираны, ну правильно, в воде попальканы просто. Это называется постираны. Маш, зачем ты всю территорию мочишь? Скажи, пожалуйста. Ты видишь тут песок? Травка была. Свет, слезь. Свет. Потому что из-за того, что вы садитесь по бокам, он сдувается. Ой, Господи. Хотела сегодня поставить на траве, они его опять набрали, и все, и получается опять здесь палькается. Так я поэтому и не набирала, что я хотела на траве его набрать, а вы его опять здесь набрали. Ну ладно. Ведрами таскать будете. Сейчас мы еще покупаемся, потом выльем вам воду, мы будем поливать. Уже вечером выльем. Мы вчера со Светой поливали, что-то нам никто не помог. Я ты меня не звала. Я вообще-то стучала в окно, чтобы шли. Ты позвала Свету? Нет, мамка. Да. Вот. Марину опять всю искусали комарики. А потом я прикладываю. Ну, ты под конец уже воду выливать помогала. Она не хочет, что ты ее заставляешь. Захочет, сама искупается. Вот так вот. Да, учитесь плавать. Где тут плавать-то тут? Ну, чисто смочиться, чтобы жарко не было, хорошо. Марина, куда босиком там встаешь? Марина. Вот здесь вот тапочки у нее. Ладно, пошла я белье развешивать, доставить опять стирку. А вы купайтесь. Всем добрый вечер. Ребят, ничего сегодня не снимала, не могу.
Чем занимаемся? Немножко пристрой поприбирали. Сейчас девочки там убирают игрушки, обувь. Муж пришел с работы, сейчас отдохнет. И будет это шкаф собирать там в пристрое, чтобы немножко потом дальше убирать там. Дальше готовлю ужин. Отварили спагетти длинные. И чищу огурцы, да, помидоры для салата. Буду делать салат. И потом пойду дальше в пристрое. Тут уже один шкаф освободила. Муж потом его снимет, уберет. Как-то все пока вот так. Потихоньку, потихоньку, помаленьку. Я еще, видать, приболела, что ли. Или у меня от жары так очень сильно болит голова. Не могу прямо. И вот готовим ужин. Купаты сделаем со спагеттими. По-быстренькому, чтобы долго не маяться. Работы много, поэтому по-быстренькому. Чтобы долго не возиться, и свеженькое заодно готово будет. Многие написали: Настя, бассейн, а вам на траву? На траву мы и так хотим, вон на траву, но не сейчас, попозже немножко будем переделывать на траву. Ладно, буду готовить ужин. Приготовила, ребятки, уже салатик. Пожарила вкусные купаты и сварила спагетти. И сейчас мы будем ужинать. Всем, кто ужинает, всем приятного аппетита. Все, наложила всем порцион. Пошли мы ужинать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ребята, мы все занимаемся пристроем. Помните, у нас тут груды мебели стояла? Мы ее поставили как? Вот здесь. Вот у нас раз, два, три, плюс стол, плюс две стенки вот там вот влезли, и стенка здесь влезла. Наша задача сейчас вот эту вот все убрать. Еще осталось поставить вот туда койку, а два кресла мы рядом с окном, вот рядом с тем креслом мы поставим. И будет нормально. Получится полноценная комната. Сейчас все это вот потихоньку. Вот в течение 2-3 дней, вот считайте, мы делали. Сегодня мы с мужем мебель собрали. И вот все вот это вот разделывали. Да, Ваня качается от жиры. Так что пишите, как вы думаете. Вот так вот в целом. Вот это вот все установили, собрали. Тут у меня мука стоит моя. Стаканы надо у девчонок убрать. Эти муки, мне пишут, у вас муки, наверное, нет. Вы перестали стряпать. Нет, ребят, у меня много стряпаю. Я просто это некогда снимать. Поэтому вот так вот. Вот в целом вот так вот. И вот там вот две такие стенки мы собрали. Подождите, камеру протру. Немножко вот так вот фокус поймала. Видите, вот так вот собрали. И сейчас будем потихоньку уже развешивать все. Вот так вот. Да. Ой, коляску надо на улицу вынести. Девчонки уже сюда пледы, подушки повытаскивали на диван. Видите, диван мы куда поставили. Коляску сейчас мы в другое место поставим. Вот на этот угловой шкаф мы стекло не стали собирать. Боимся, что дети разобьют. Поэтому потом мы его просто прибрали вон туда. Оно дугообразное, вот как этот шкаф, дугообразное такое стекло. И чтобы не это... Так что вот потихоньку наше продвижение. Пишите ваши комментарии. Прошу извинения за весь вот этот беспорядок. Это все в деле, все в работе, поэтому извините, пожалуйста. Прошу извинения за мой вид. Просто уставшие все. Ну вот в целом вот к вечеру я вот такая вот. Уставшая, вся вспотевшая. У меня аж вон лоб блестит, лицо аж блестит. Ну ничего, зато... Будет после ремонта супер все просто. Эти усилия требуют того. Так что как-то так. Я вот, многие писали, она, наверное, сидит сейчас за ноутбуком. Вот, не верите. Вчера пришел этот ноутбук, я его включила, интернет подключила. Обновления пошли. Все. Больше я к нему даже еще не прикасалась. Мама, мне мама, пока не до него. Вот честное слово. Мама. Да. Я забыла дверь, но малыша. Хорошо, молодец, умничка. Мне вот честно, сейчас вообще не до него, ребята. Потому что сейчас столько работы. Просто ужас. Ваня у нас разделся сегодня, голенький сидит, потому что ну очень жарко. Ну, в трусиках сидит.
Потому что жарко, да, Ванечке? Жарко, Ванечке, жарко. У него из-за того, что он потеет, у него потница пошла. Из-за этого он сейчас ходит раздетый. По поводу арбузов, ребята, были комментарии. По поводу того, что я говорила, надо покупать, когда большие. Ну, мы, да, мы берем арбузы. Но нынче мы уже не знаем, будем брать или нет. Но в том году у нас мы брали арбузы. Мы всегда берем на нашу семью. Если берем, то килограмм 15, чтобы арбуз был. Марина, не прыгай, пожалуйста. Чтобы он был большой, килограмм на 15. Потому что нам маленький на нашу семью брать, это один раз укусить. Сами посудите. И поэтому брали мы большие. И у нас, когда Марина поест, у нее вот это вот все тело, у нее все ноги, руки, все лицо становится просто красными. Катя, помолчи, пожалуйста. И поэтому вот, не знаю, мы нынче хотим попробовать взять арбуз. Марине небольшой кусочек дать, если у нее аллергия выйдет, больше мы арбуз потом брать не будем. Но просто дети хотят арбуз. Я не знаю, некоторые сказали, как-то вот тайку от Марины поесть. А как поесть вот тайку от Марины? У нас большая семья. Марина явно увидит, она будет плакать, она будет просить. И по поводу ящиков слив, мне тоже я несколько комментариев удалила. Лучше бы компоты сделали, чем детям дали все съесть. Блин, ребята, это мне решать, что мне делать. Я решила, что пусть дети фрукты поедят. Сейчас полезнее фрукты. На зиму я еще успею, приготовлю. Сейчас она чуть подешевле уже становится, и я еще куплю. Поэтому я нисколько не сожалею, что у меня дети, зато дети поели, и дети были радостные. Вот такие вот, ребята, у нас дела. Если вам сегодняшний влог наш понравился, пишите ваши комментарии. На этом влог я свой завершу. У меня еще много работы. Просто много работы. Вот сами вы видели, что у меня здесь творится сейчас. Я сейчас, наверное, попью кофе, потому что голова очень сильно разламывается. У меня, видать, давление. У меня вот это вот виски вот с одной стороны вот именно. Вот с этой стороны. Марина, тихо, пожалуйста. Вот с этой стороны именно болит у меня висок. И я уже пила таблетки. Марина! Марина! Марина, ты меня слышишь или нет? Отойди, пожалуйста. Марина, уйди. Они из-за гамака дерутся. Сейчас я вам покажу. Видите, одна качается, другой психует. И вот так вот у них и получается. Да, Марина? Да. Да, конечно. Вот так вот они сейчас качают. Марина, успокойся, пожалуйста. Ладно, ребята, все. Хочу всем пожелать счастья, здоровья. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо за ваши добрые комментарии. Спасибо за то, что у вас такие добрые сердца. Вообще, всем спасибо и всем пока-пока. Ребята, у нас ночь. Ну как ночь? 12 часов ночи. Детям не спится. Они делали вот такую вот штучку. Это Света делала. Она сказала, это Рапунцель. Это мы покупали песок вот такой, делать, чтобы яркие поделки делать. Вот такой вот, давай. Это я делаю. И вот это вот Катя делает, а Маша с Катей делали. Ну хорошо, ты одна. Тут вот такая вот открыточка получилась у них. Вот чем мои дети занимаются, ночами не спят.